Это самая старая церковь Марселя. Мы идем сейчас на цитадель. Люди должны пригибаться, согнуться и идти. Та-дам! Вот это гавань. Это маяк. В этом месте сейчас находится вот церковь, есть вход в их зал той общины, которая у нас нас пригласила, которая будет делать служение. И история такова. 27 лет назад он встретился с одним человеком на этой площади, и тот человек рассказал историю. Сон, который он видел 3 дня подряд, это что в этом месте была дверь закрытая и есть лестница вниз. И 27 лет ничего не происходило. И вот недавно, когда открылось это место, оно было на продаже, хозяин был, он мусульманин, и хотел продать его за 100 тысяч на руки наличными и 400 или 500 тысяч за контракт. Вот мы сейчас спускаемся, история будет дальше продолжаться, очень интересно. Потому что не было как бы возможности это все сделать. И пастор написал письмо этому хозяину. Видите, здесь такое красивое здание. Это был фехтовальный зал. И вдруг позвонил им какой-то продавец, кто продавал это здание, риэлтор. И говорит, что вы сделали с этим человеком, который подавал это здание. Потому что вот мы сидим здесь, в офисе, и у нас есть предложение за 100 тысяч наличными, 400 тысяч через банк. И тут ситуация как раз и поменялась. Этот человек, говорит, вы мне простите, тому, кто покупал у него здание, это... У него было на руках уже 100 тысяч и под договор. Я хочу изменить свое мнение. Мне пришло письмо, я очень был затронут ситуацией, потому что в письме было написано, что Бог показал, что это место будет принадлежать верующим, людям будет молиться. И это коснулось этого хозяина, он был мусульманином. И он отменил сделку и продал это здание за 300 тысяч. То есть согласен на 300 тысяч. Евро. И знаете, это была хорошей победой. И буквально через 2 недели позвонил хозяин опять и говорит, слушайте, у меня по сделке есть ситуация, проблема, когда я хочу что-то сделать. Пастор напрягся, и думал, опять не хотят мусульмане правильно вести дело. Но тот человек сказал, послушай, я хочу не за 300 тысяч продать тебе, а за 200 тысяч. Это было чудо, потому что сегодня это место 5 лет спустя стоит больше 1 000 000 евро в этом части этого города. Поэтому это чудо в этой общине. И мы при этой общине будем открывать служение еврейскому народу, эра в шаббаты и служение, достигать еврейский народ, потому что это очень важно. Это офис пастора. Одна сторона, он с него выходит вниз, во двор. Это их место. Мы находимся от с этого момента под этой большой площадью, откуда я начинал этот репортаж. Здесь дальше мы видим залы для тренинга, образования такие. Это все находится под этой площадью. Здесь зал на 150 человек. Трудно как бы увидеть, может быть. Я надеюсь, сейчас вот больше света будет здесь, в этом месте. That's the main thing about black churches.
And on the same note, this is my job now to develop the movement. Они рассказывают, как, сколько like церквей в Амстердаме, в Нидерландах, в Амстердаме. Они в домашней группе и уже 5 церквей открыли. Три церкви, такое идет. Хотя служение, оно открыто, люди здесь общаются, делают так, что у нас есть много таких интересных вещей, которые мы можем сделать из служения. But God gave us grace. Men Gud sa da, vi må finne oss. We had a Bible school. Og da sa Nicole Biblik. Lorsqu'il était, j'entrevois ta lumière. Tes paroles, Seigneur, tes paroles.